Всем привет! В этом видео я вам покажу, как я подвязал свои помидоры в теплице. Вот смотрите, у меня в теплице есть балки, которые служат для перекладин, для подвязки. Сначала я попросил сына, он привез мне вот такой вот с посадки прут, и мы подвязали к нему шпалеру или... И смотрите, вот получается, мы вот так вот сделали. Подвязали веревочку. Тут я ее привязал скотчем, чтобы она туда-сюда не ходила и была ровно по ряду. И это все вот так вот привязали пакет внизу, именно этой частью. И просто накрутили по часовой стрелке сам стебель помидора. Вот куст вот так вот закручен. А веревка просто привязана к пакету. Пакет приподняли, и получается, что веревка держится именно за пакет, а не за корень помидора. Потом думаю, ладно, этих прутов нам не хватит, я нашел арматуру 12-ю, и вот я прикрутил арматуру, и она нормально держится. Получается, баланс идет, то есть вот тут вот она его вот не сгибает. Она короткая арматура, и получается, я тут их связал между собой, и все нормально получилось. И вот так вот. Потом я подвяжу перец, получается. Помидоры уже очень большие. Вот уже есть одна помидорка, вот такая вот одна. И вот такая вот подвязка идет. Я думаю, вам видно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Всем пока!